Несмотря на санкции, наложенные США, компания Huawei не сдается и продолжает напряженно работать для того, чтобы радовать своих поклонников очередными новинками. В частности, активная работа ведется над следующими флагманами Huawei Mate 40 и Huawei Mate 40 Pro, выход которых ожидается в октябре. Безусловно, основной акцент компания Huawei сделает на фотовозможностях своего флагмана. И судя по новостям, смартфоны линейки Huawei Mate 40 опять станут лидерами мобильной фотографии. Популярный инсайдер под ником Digital Chat Station считает, что в своих грядущих камерафонах Mate 40 Huawei будет использовать модуль перископной камеры для смартфонов толщиной всего 5,9 мм, недавно представленный китайской компанией OFILM. По его сведениям, компания Huawei первая получила данный модуль для тестирования. К особенностям данного модуля OFILM относят возможность непрерывного масштабирования. Линзы могут плавно перемещаться между фокусным расстоянием 85 и 170 мм, в то время как диафрагма объектива одновременно изменяется с f3.1 до f5.1. По данным авторитетного аналитика Минг Чу Коу, смартфоны Huawei серии Mate 40 получат объективы Freeform 9P, состоящие из 9 пластиковых линз. Сообщается, что оптика Freeform обеспечивает более высокую резкость и меньшее количество шумов на снимке по сравнению с другими объективами. Также на матрицу камеры передается большее количество света, чем у аналогов, благодаря чему снимки, сделанные в темное время суток, получаются очень качественными и с минимумом искажений, даже по краям кадра. Как сообщает ресурс Phone Arena, Huawei Mate 40 Pro получит оптический сенсор с разрешением 108 мегапикселей. Для того, чтобы повысить удобство работы с камерой, Huawei также рассматривает возможность интеграции элементов управления камеры в боковой части смартфона, которые будут появляться на загнутом краю экрана. С помощью нового интерфейса Side Touch в смартфонах Huawei Mate 40 можно будет управлять спуском затвора, регулировать баланс белого, выбирать режим вспышки и режим камеры. Что же касается начинки, то, как сообщают инсайдеры, смартфоны серии Mate 40 будут использовать флагманский 5-нанометровый процессор Kirin 1000, построенный на архитектуре Cortex-A78, что даст существенный прирост производительности по сравнению с Kirin 990. Новинка также будет поддерживать работу в сетях 5G. Эксперты ожидают от новой платформы заметно сниженного энергопотребления. По данным, опубликованным основателем и генеральным директором компании Display Supply Chain Consultants Россом Янгом, Huawei Mate 40 получит AMOLED-матрицу с частотой развертки 120 Гц. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик для того, чтобы быть всегда в курсе самых свежих новостей из мира технологий.